Привет, YouTube, с вами Ваня, и мы продолжаем играть в Steve Galaxy. Так, в общем, в этой серии я решил, в конце концов, заняться, довести до ума, так сказать, нашу автокрафт-систему. Так, и что нам для этого надо? Во-первых, нам нужно... Давайте 4 сундучка сделаем. Надеюсь, нам этого хватит. Поставим их вот здесь. То есть нам сейчас вот это все нужно будет сломать. И, соответственно... Угу. Так, тут у меня есть место. Надо освободить инвентарь по максимуму. Так, компрессор Dash не нужен. Так, это может привести. Так, вот этот вот топор. Да не нужен он мне больше. Так, еда. Так, вот это вот фигня какая-то. Так, этот топор тоже пусть пока в системе валяется. Ладно. Так, что у нас тут? Я заготовил детали для крафтинг-процессоров, кабели. Надеюсь, нам этого хватит. Так. Хочется верить, что у нас все, что нужно, есть. Просто если мы сейчас сломаем систему... Так, у нас здесь ничего не крафтится. Угу. Так, вот эту штучку бы надо зарядить. Я думаю, она нам сейчас пригодится. Все-таки она быстро все ломает. И быстро заряжается. Отлично. Так, ну что же, понеслась душа в рай. Так, отлично. Так, вот эту штуку, конечно, тоже надо отсюда убирать. Нету. Прикол. Куда она делась? А, отлично. Так. Давайте включим отображение всех. Поставим ее пока вот сюда, чтобы она нам не мешалась. Так. Ага, тут еще у нас куча ускорителей. Так, давайте подумаем, как у нас здесь все будет идти. Блин. То есть отсюда у нас по-любому должен выходить толстый кабель. Причем, наверное, вот так вот даже. Так, и нам нужно... Так, от него у нас... Так, в три стороны. Ну, пока в две стороны, поэтому... Так, если этот кабель здесь пойдет, я думаю, будет нормально. Так, значит... вот этот вот кабель пойдет как-то вот так. Теперь, так, если он пойдет вот так, я думаю, вот здесь у нас должна быть граница. Значит,
Вот здесь у нас должен быть интерфейс. Здесь у нас должна быть сборочная камера. Так, и все. Упс, ошибочка. Здесь у нас должен быть не интерфейс. Здесь у нас должен быть... Так. Понятно. Здесь у нас будет крафтинг юнит. Потом будет интерфейс. Потом сборочная камера. И еще один интерфейс. Вот как-то так. Потом будет вот эта штука. Потом будет вот так. То есть между ними связи быть не должно. И давайте продолжим разбор. Так, значит, интерфейс, камера, интерфейс, сборочный процессор. Вот как-то так. Так, первым делом не забыть засунуть апгрейды. И давайте не совсем удобно, что они при нажатии шифта так, ну вроде нормально, меняют на картинку. Трудно ориентироваться. Упс. Так, одна осталась. Здесь у нас что? Готово. Я думаю, так нам будет проще по одному переносить. Так, давайте здесь сделаем вот так. Нормально. Просто у нас эта система на самом деле себя уже изжила. То есть я даже костылями у меня не получилось подключить дополнительные интерфейсы. Собственно, так жить нельзя. Да, и придется, наверное, интерфейс-терминал уже сделать, потому что во всем этом зоопарке будет довольно трудно разбираться. Так, нормально. Кстати, о музыке. Зря, наверное, вот так сделал. Так. Ну, кстати. Давайте вот так вот сразу их поставим. И последний. Ну,
Давайте сзади его поставим. А, ну да. Собственно, так как место у нас уже кончилось, поставим еще два интерфейса. Так. Ну вот, в принципе, почти законченная конструкция. Так, теперь законченная конструкция. Как-то так. Так, ну а здесь, соответственно, вот так. Так, здесь у нас что? Крафтинг юниты. Ну, я вообще думал, как бы тут лучше разместить, либо вертикально. Мне кажется, вертикально будет плохо. Поэтому я предлагаю вот это вот нафиг сломать. И вот так вот. Так, кстати, наша система должна работать. Так, у нас есть 8 таких. Так, из чего делается? Из инжиниринг. 2 штуки. Так, ну и для симметрии. Итак, у нас получилась система автокрафта с 4 процессорами, 2-ядерными, так скажем. То есть, и каждый потребляет 8 каналов. То есть сейчас у нас здесь должно быть занято 16 каналов. Все отлично. И при том, вот это вот подключение у нас... То есть мы еще можем 2 таких же вот штуки где-нибудь здесь поставить. Ну, тогда вот здесь, конечно, что-нибудь придется по-другому немножко кабель развести, но это уже мелочи. Так, единственная проблема, что вот эта вот штука. Не знаю, может быть. Так, у нас вот здесь есть энергия. То есть нам нужно что-то, где есть энергия и где есть интерфейс. Так, вижу хорошее место. Отлично. Так, ты у нас сейчас опять куда-нибудь улетишь? Не улетел. Отлично. Так. Так, тут у нас выход. Значит, настраиваем сюда. Пуш. Так, то есть у нас будет энергия, и мы сможем все выплевывать в ME-сеть. Ну, кабель, конечно, медленный, надо бы апгрейдов сделать. Ну, пока и так сойдет. Вообще, конечно, надо было прямо к интерфейсу его куда-нибудь прилепить. Например... А почему нет? Вот здесь. И вот так.
Так, и, собственно, пуш. Пуш. То есть в любой из этих интерфейсов он будет все выплевывать. Нормально. Так, теперь. Как-то быстро все получилось. Не думал я. Так, а давайте тогда интерфейс-терминал сделаем. Так, интерфейс-терминал. Ага, MIUI-интерфейс. Так, что там еще-то надо было? Ага, инжиниринг-процессор. И... Так, мы что, не умеем Illuminated? Панель. Конечно, не умеем. Ага. Так, отлично. Есть. Пусть здесь стоит. Так, отлично. Так, то есть теперь мы можем... класть паттерны, как нам удобно. Эх, да, кстати, не посмотрел. Так, у нас осталось три этих штуки. Давайте сделаем одну такую. Просто посмотрим. Так, ну понятно, то есть он целый процессор под нее занял. Но зато мы сюда можем удобненько так подойти и посмотреть, что тут вообще происходит. Так, ну у нас здесь затык с процессорами. Пусть работает. Так, знаете, что давайте сделаем? То есть я вот, если честно, с Galactic Craft немножко не понял. Почему-то у меня здесь всего лишь максимальная ракета третьего уровня. И как, например, летать на другие планеты, не совсем даже непонятно. То есть я вот смотрел забугорных летсплейщиков. У них там чуть ли не до восьмого уровня ракета. И я что-то как-то упустил момент, как они их получили. Возможно, где-то что-то сделать надо, чтобы они открылись. Так, но мы пока можем... Так, у нас железа нет. Прикольно. Ну, теперь у нас 4 процессора. Теперь нам будет с этим намного проще. Так, стоп. Вот это нам надо. Раз, два, три. Так. Теперь нам нужен... Вот эта вот штука. Можем ее сделать? Можем. Отлично. Так, давайте-ка кабель выложим. То есть то, что нам с собой не понадобится нифига. Так, топливную канистру это мы сейчас зальем. Даже, наверное, две на всякий случай. Так, канистра, так, еда. Так, и нам нужен какой-нибудь источник энергии. У меня тут, когда я делал врата, внезапно кончился на квадах. И я куда-то вот сюда пошел его копать. Так и знал, что забуду.
про этот Digital Miner. Да, вот он стоит, слава богу. Как живой. Так, я так понимаю, он копать закончил. Да, в прошлой серии, между сериями я нашел таки метеорит с метеоритным железом. Там прям блоки этого железа, то есть в каждом блоке по 9 слитков. То есть теперь у меня с этим железом проблем нет. Кстати, стоит красавица. Кстати, раз уж мы здесь, давайте-ка... заполним канистры. Потому что нам придется стартовать с Марса. То есть я так понял, что с Земли... Так, а вот, кстати, а почему нет? Давайте-ка вот на нашей максимальной ракете сейчас еще раз взлетим, посмотрим. Вроде как, потому что на Венеру нужна ракета третьего уровня. То есть, возможно, я с Земли просто не вижу, что туда можно полететь. Это скорость. Так, смотрите, Венера. Неизвестно. Не знаю, может, космическую станцию надо построить. То есть, смотрите, вот все, куда мы можем полететь, это, собственно, так, чтобы сделать космическую станцию, вот такие материалы нужны. Ну, не думаю, что дело в космической станции. То есть, смотрите, ну не знаю, если знаете, пожалуйста, подскажите. Также еще я видел, что вот здесь вот. И здесь у них еще какие-то галактики есть. Не знаю, что-то надо, видимо, сделать, чтобы они открылись. Можно, конечно, вики почитать. Давайте вернемся на Землю. Что, не хочет? Так, Земля. Хочу домой. Отлично. Так, куда он примерно приземлится? Ага, где-то здесь. Ладно, пока он спускается, пошлите набирать адрес на Марс. Марс. Так, ну в принципе этот сундучок мы, наверное, даже можем просто оставить здесь. Ничего с ним, скорее всего, не случится. Ну, можем мы. Можем и забрать. Так, ну тут вот еще топливо осталось. Топливо потом заберем. Пошлите на Марс. Просто если тут больше никаких планет нету, и двигаться в галактикрафте больше некуда, я, если честно, затрудняюсь, чем нам тут дальше заниматься в этой сборке. Как бы это не было, не могло стать концом сезона, так скажем. Так, кислорода мало. Так, а знаете что? Я идиот. Я
я не взял с собой ракету. Кстати, еще вопрос. Пойдет ли ракета первого уровня? Так, ну ладно. Собственно, ракета ракетой. Так. Загрузчик. И Dimensional Transceiver. Нету энергии. Печаль. Значит, придется... Так, стоп. А что, он отсюда энергию не принимает, что ли? Ага. Так, этот ключ не работает. Возможно, его покрутить надо. Угу. Так, возможно, вот так он примет. Не принимает. Гаденыш. А так? Так принимает. Отлично. Не понял. Так. Семь бет, один ресет. Ну вот я уже говорил вам про этот глюк. То есть, видимо, врата на самом деле остались открытыми. Но система считает, что они закрыты. Так, давайте посмотрим. Да, смотрите, они все еще открыты. Так, ну мы туда сейчас не пойдем. Надеюсь, мы успеем смотаться за ракетой. И вернуться во врата. Так, стоп. Давайте возьмем и первый, и второго уровня ракету. Правда, у нас топлива с собой не так много. Может быть... Давайте возьмем с собой все топливо. А то, блин, получится, как обычно. Так, врата еще открыты. И мы на Марсе. Отлично. Кабеля нет. Ну и ладно. Так, давайте для начала попробуем ракету первого уровня. В нее, по-моему, как раз должно входить одно ведро топлива. Так, что он там загружает, что ли? Ага, она полная. Блин, печалька. А, ну, собственно, так, телепортер у нас есть. Пусть это у нас все здесь тогда остается. Полетели. Я думаю, что нам не придется оттуда стартовать на ракете, поэтому топливный загрузчик нам не нужен. Поехали. Она медленная. Прикольно. Да, надо было второго тира. Она все-таки пошустрее будет. Так.
Так. Собственно, у нас тут ничего нового. Смотрите, на Марсе ничего нового. Да, что-то тут явно не то. Потому что у тех товарищей вокруг Марса было еще два спутника, и на них можно было с Марса летать. Так. Прикол. И мы на этой ракете не можем на Марс стартануть. То есть мы взлетели с Марса и не можем на Марс вернуться. Так, сюда не можем. Можем на Землю. Хм. Так, а хочу ли я на Землю? Так, и никакой отмены тоже нет. Слушайте, ну, видимо, придется лететь на Землю. Или на Луну. Нет, давайте на Землю. Потому что я боюсь, что на Луне мы слишком далеко приземлимся от нашей базы. Кстати, тут далековато. Ну, собственно, что, осталось попробовать стартануть с Марса на ракете, может быть, даже третьего уровня. Так, дайте к нам топливо. Так, топливо мы с собой забрали. Так, ракета, пусковая площадка. Где у нас база? Где-то там. Ух ты, далеко мы от базы. Мы, похоже, приземлились на точке оригинального спауна. Спаун я, как обычно, перенес на этой карте, поближе к своей базе. Так. Так, а что я туплю-то? Бам, и мы дома. Так. Так, пусковая площадка у нас есть. Ракета. Ага, она с топливом, нормально. Так, здесь. Слушайте, много здесь топлива. Очень много. В общем, я думаю, раз первого тира ракеты не проканала с Марсом, то, наверное, второго тира смысла нет пробовать. Попробуем сразу третьего, если уж она нас никуда больше не заведет. То можно считать, что Galactic Craft мы успешно завершили. Хотя, конечно, там... так, вот здесь вот есть какие-то интересные машины. Жидкий водород. Не знаю зачем. Может быть, здесь какая-то... Причем, знаете, что интересно? То есть, те товарищи играли на одной из первых версий сборки этой. То есть, это вот у меня прям самая распоследняя версия. Вот, у них все это было, у меня почему-то нет. То ли это все вырезали. Так, кислорода мало, ну ладно. Полетели. Думаю, не пропадем.
красота. Так. Ну, опять же, смотрите. Вот что меня прям вот очень удивляет, что даже в Солнечной системе мы, то есть она, планеты-то вроде как есть, я их вижу. И понятно, что я там, например, не вижу других галактик. Так, Марс. Не, смотрите, ничегошеньки тут нету. Уран. Явно что-то нужно сделать. А что именно, я не знаю. Так, ну мы можем на Марс вернуться? Можем. Отлично. Свинство. Так, нам бы только нашу капсулу не застрелить. Так, в общем, пока это полный фейл. То есть никуда дальше мы отправиться не можем. Ну, кроме как, наверное, на Википедию. Так, ну ладно, пусть он здесь болтается. Так, тут у нас что? Слушай, давай ты не будешь. Тут хулиганить. Понятно. Так, ну что же, получается, что на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.